34-летняя Ирина Шейк стала героиней сексуальной фотосессии. Модель заметили в Нью-Йорке. Звезда подиумов после недели моды в Милане вернулась в США. Ирина устроила пикантную съемку в городе Большого Яблока. Россиянка продемонстрировала свою потрясающую фигуру на крыше высотки в квартале Трибека в Нижнем Манхэттене. Секс-бомба облачилась в серебристое платье с цветочным декором на груди и пышной плиссированной юбкой. Стилисты сделали Шейк небрежную укладку и зачесали волосы назад. Точеные черты лица подчеркнул изысканный макияж с акцентом на губы. Светская львица отказалась от украшений и выглядела максимально естественно. Муза Рикардо Тиши принимала выгодные ракурсы, опершись на перила. Она взъерошила волосы, после чего расслабленно позировала с закрытыми глазами и раскинутыми руками. Папарацци также заметили звезду бельевой марки Victoria's Secret на прогулке. Ирина примерила наряд в стиле Total Black, который обожает. Черный топ дополнили мини-шортики из шерсти и вязаный кардиган. Молодая мама обула классические кожаные сапоги на каблуке-рюмочке. Шейк сделала гладкую прическу и нюдовый маникюр. Лицо модели прикрывали темные солнцезащитные очки и черно-белая маска. В качестве аксессуара и изюминки аутфита послужила маленькая сумочка с зебровым принтом. Бывшая возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера спешила по делам. Она держала в руках телефон и на ходу пила кофе. Поклонники остались под впечатлением от новых образов популярной россиянки. Изумительная Иришка, воздушная красотка. Звезда сияет. Бессовестно красивая. Ой, кого это поймали на крыше? Такая вызывающая, идеальная фигура, удачное платье. Вы как кинодива, какая эффектная, супер, длинноногая бестия, очень люблю вас. Прокомментировали пользователи. Ирина в блестящих ботфортах и без юбки вызвала ажиотаж. Она приняла вызывающую позу ради эффектного кадра. Шейк исполнила сексуальный тверк с подругой. Обнаженная модель поразила свою коллегу Наталью Водянову. Молодая мама стала главной звездой показа Savage X Fenty поп-певицы Рианны. Красотка в прозрачном розовом белье и латексных чулках взорвала сеть.